Свою юбилейную персональную выставку Николай Николаевич Менгалеев назвал «Арт-биография». И в этом уже названии заключена концепция этой выставки. Художник делает первую выставку в музее, и он хотел показать на ней зрителю все свое творчество. Здесь на выставке представлены дизайнерские работы художника. Это известные в городе объекты. Но главное все-таки, что представлено на этой выставке, это графика и живопись художника. Одна из работ, представленных на выставке, называется «Нарисованное море». Картина изображает ракушку, лежащую на столе. И под этой ракушкой небольшая табличка. Это сочетание букв означает «перезагрузка». Художник специально выделяет эту картину в экспозиции данной выставки. Именно в это время художник и обращается к живописи. Так случилось, что последние годы художник живет на две страны. Он живет в России и живет уже несколько лет в Канаде. Он вглядывается в природу Канады, вглядывается в людей этой страны и открывает их для себя. А в своих картинах открывает их и для нас. Мне кажется, что именно свет является главным героем этой экспозиции. Вот это вот ощущение света, который мягко растворяется в воздушном пространстве, освещая природу, заставляет нас как бы следовать за лучами этого света и открывать для себя тот удивительный мир, который пишет художник. Художник очень любит писать океан. Для него небо и вот море, волны являются главными действующими лицами на многих его картинах. Мы вместе вот с велосипедистом, который оперся о корягу и любуется морскими далями, любуемся этим горизонтом, смотрим на это бескрайнее морское и небесное пространство. Художник не просто пишет пейзаж, он пишет историю своего лирического героя, его внутренний мир, его внутренние переживания. Одна из центральных работ в экспозиции – картина, которая называется «Панамский канал». Эта картина была написана художником в путешествии. Его привлекла внимание пожилая пара американцев, которые сидели и рядом друг с другом. Художник как бы говорит, как бы хорошо вот сохранить вот эти вот чувства, как хорошо вместе состариться и жить, и смотреть в одну сторону. Очень интересно и злободневно, наверное, в этой экспозиции картина «Не отпускай мои руки». Вот эта работа, она тоже о любви, о преданности, о том, что является самым дорогим для человека. Это жизнь и здоровье близких. Работа «Доброе утро, дорогой». Мы видим интерьер комнаты. И в отражении солнечного света тени двух людей – мужчины и женщины. И вот через этот теплый солнечный свет мы познаем и теплоту отношения между двумя людьми, которых мы практически не видим. Мы видим лишь как бы вот причудливые очертания их тени на балконе. Вообще у работ Менгалеева надо думать. Он не просто видописец. В его работах всегда есть второй и третий смысл. И чем больше зритель смотрит на работу, тем его картина, как вот вещь в себе, раскрывается вещь для нас. Здесь есть интересный портрет. Портрет мужчины с ребенком на руках. И художник не часто пишет с натуры людей. В основном он работает по впечатлению. А здесь им написан человек с натуры, человек, жизнь которого он знает. Это человек-инвалид. Прожив жизнь в доме для инвалидов, он не имел, естественно, ни семьи, ни близких. И вот, держа на руках чужого маленького ребенка, который
как бы олицетворяет собой такого вот еще ангелочка, сам он невольно превращается тоже в ангела. И вот та тень, которая падает на стену, это как тень от крыла ангела. Николай Николаевич даже в таких вот, казалось бы, пустынных пейзажах, где того вот самого лирического героя, может быть, и не присутствует, но тем не менее вот то, что сотворено им, то, что им сделано, осталось. Очень интересны работы, связанные с анималистическим жанром. И здесь вот мы видим такой интересный натюрморт с экзотической рыбой. Или работа «Морской охотник», где художник очень тщательно и внимательно изображает чайку на берегу моря. Художник любит детали и часто заставляет и нас, зрителей, остановиться, задуматься, присмотреться к тому, что находится буквально у нас под ногами. Вот работа со спиннингом очень интересна. Капли, которые сдувает ветер, и которые сушают солнце, которые скоро совсем исчезнут с этих перил, и они останутся только в картине художника. Останутся как маленькие такие вот капли его воспоминаний, его памяти. И нашей памяти тоже, потому что мы тоже увидели их в картине. И пережили тот же самый момент, то же самое состояние, что и переживает художник. А художник в основном переживает состояние и чувство восторга. Восторга перед тем, что он пишет, перед огромным этим океаном, перед красивыми далями, перед маленькими улочками, цветами. Художник любуется и восторгается миром, любуется и восторгается жизнью.